По всей республике сотрудниками госавтоинспекции проводятся рейды под условным названием «Пешеход». Мероприятие призвано снизить количество аварий с участием пешеходов и увеличить бдительность водителей на дорогах нашей республики. Руслан Чукаев вместе с сотрудниками ГИБДД по Дагестанскому району побывал на одном из таких мероприятий. Сотрудники ОГИБДД Дагестанского и Ногайского района регулярно проводят профилактические мероприятия по предотвращению дорожно-транспортных происшествий с наездом на пешеходов. В связи с ослаблением ограничительных мер по распространению коронавирусной инфекции, школы и детские сады возобновили свою работу, и количество пешеходов возле учебных учреждений существенно увеличилось. Сегодня мы вышли с юными инспекторами дорожного движения на дорогу, чтобы напомнить водителям, что при подъезде к пешеходному переходу они останавливались, пропускали пешеходов. Здесь у нас детский сад находится. В утреннее время здесь ажиотаж, очень много детей проходит по этому пешеходному переходу, поэтому мы решили выйти, побеседовать с водителями, с пешеходами тоже, чтобы никто не нарушал правила дорожного движения. Участок дороги возле детского сада Адыгехабля в утреннее время является одним из оживленных и опасных. Спешащие водители порой забывают пропускать пешеходов, которыми зачастую являются дети. Асят Кумратова часто становится свидетелем пренебрежения к правилам ПДД и, используя случаем, решила обратиться к другим автолюбителям. Хотела бы всех водителей призвать, потому что давайте будем солидарны друг к другу и особенно будем внимательны к деткам, пропускать на пешеходном переходе их, ну и мамочек с колясками, ну в общем, соблюдать первое, самое главное, соблюдать правила дорожного движения. В стороне не остались и юные инспекторы. Они вместе с сотрудниками госавтоинспекции вышли на рейд и вручали водителям памятки. Уважаемые водители, от лица детей я хочу сказать то, чтобы вы соблюдали правила дорожного движения и были аккуратны на пешеходном переходе. Как говорят в народе, главное правило ПДД заключено в его аббревиатуре – пропускайте друг друга. Руслан Джукаев, Али Бастанов, Вести Карачаево, Черкесия, Адыгехабль.